Всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. Решил сделать ролик о сайте CoinMaker. Кто не знает, это кран, где мы собираем криптовалюту Эфириум каждые 10 минут. Там произошли некоторые изменения, добавили новый раздел, и я хотел бы все это вам показать. Итак, вот так у нас он выглядит. Как видите, даже изменился дизайн главной странички. Кто смотрел мой первый видеообзор, тот знает, что он был совсем другой. Теперь давайте перейду в кабинет. Смотрим, добавили новую фишку. Раньше вы просто нажимали вот на эту кнопочку, у вас открывался сайт, и за это вам начисляли эфириум. Теперь же надо передвинуть вот этот ползунок под стрелочку. Жмакаете на сайт, и вот тут написано, что после перехода на рекламный сайт его нужно смотреть 5 секунд, иначе денежка вам не засчитается. Вот видели, денежка мне уже засчиталась. 5 секунд прошло, пока я говорил, денежка упала. Также добавили новый раздел, называется он «Задачи», то есть теперь можно выполнять задания и за это получать денежку. И смотрим, есть простые задания, например, регистрация и продвижение Twitter стоит 5 центов, перейти по ссылке и провести на сайте там некоторое время 3 цента, вот 3 цента. Давайте посмотрим, что есть еще. Вот есть 30 центов, написать статьи на форумах. И также, если у вас есть свой сайт или блог, можете написать статью, то есть обзор данного сайта, и за это вы можете получить 3 доллара. Но, конечно, посещаемость вашего блога или сайта должна быть от 200 человек. Так, давайте посмотрим хотя бы одно задание подробнее. Здесь, кстати, можно смотреть, сколько раз его можно всего выполнить, то есть сколько человек его может выполнить. И смотрим, что 2 человека уже вот это задание выполнили. Итак, нажимаем «Подробнее». Здесь, как вы видите, можно посмотреть подробные описания задания, то есть все, что вам необходимо сделать, чтобы его выполнить. Далее вы нажимаете кнопку «Приступить к выполнению задания», выполняете задание. Здесь указано, что вам нужно указать для проверки задания. Вот тут у вас появится окно после нажатия этой кнопочки. Вы вставляете то, что вам нужно указать, и указываете далее, нажимаете «Подтвердить». И ваше задание будет проверяться в течение 48 часов. Если вы все сделали правильно, то, соответственно, вы получите оплату на ваш баланс. У меня, как видите, 150 тысяч монеток эфириума, ну то есть, извиняюсь, сатошиков эфириума. Можно также смотреть эквивалент в рублях и в долларах. Минималка 50 центов, поэтому я пока что вывести отсюда не могу. Но как только у меня появится минимальная сумма, я также сделаю ролик и обязательно выложу его на канал. Вот такая вот интересная информация по сайту CoinMaker. Кому интересно, можете зарабатывать каждые 10 минут эфириумы и выполнять вот такие вот несложные задания за, в принципе, неплохую оплату. Ну что, ссылку на данный сайт я оставляю в описании. Ну а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.